Всем привет! Долгое время не выбирался на рыбалку, были на то причины. Ну вот сегодня выбрался, офигенная погода, на небе не облачко, ветра в принципе нет. Сейчас походил, посверлил лунки, посмотрел глубину. Вот здесь нашел глубину, где-то 5-6 метров. Сейчас засверлил 3 лунки, одну под камеру, 2 под удочки. Сейчас на этом же месте поставлю палатку небольшую. И буду сидеть сегодня до вечера, а может быть и всю ночь. Рыбачить, посмотрим, что из этого получится, какая рыба подойдет. Надеюсь, конечно, на крупняк воблы, такие грамм по 300, но это уж как получится, посмотрим. Ну, начинаем. Да, конечно, глубина здесь немалая. Обычно ловлю на 4 метрах. Здесь глубина, наверное, 6. Примерно. Подольше придется доставать. И все такое. Больше движений. Сейчас не знаю, буду прикармливать или нет. Боюсь созвать сюда мелочевку. Сперва начну по чуть-чуть кормить. Потом, если рыба не будет подходить, буду увеличивать дозы. Посмотрим, кто сюда подплывет. Начну с опарыша, а дальше можно будет попробовать еще кое на что ловить. Дальше покажу, если будет смысл, конечно. Пока по стандарту. На опарыша. Надеюсь, сегодня вобла голодная. И надеюсь, что крупная стайка подойдет. Вернее, не крупная стайка, а стайка крупной рыбы. Потому что стайка мелкой рыбы мне вообще не нужна. Это будет уже не рыбалка. Сейчас, в общем, будем смотреть. Еще камеру опущу туда. Глянем. Правда, пока без прикорма рыба, разумеется, массово не подойдет сюда. Если я вообще на стайку не нарвусь, где ходит. Так. Ну вот оно, песчаное дно. Крутит почему-то сильно. Может быть, присутствует течение какое-то. Сейчас я смотрю, где там мормышка моя. Ловлю ее в камеру. Пока не сильно, так, по чуть-чуть. Посмотрю, если мелочь подойдет, то вообще, в принципе, кормить больше, наверное, не надо будет.
Потому что мелочь очень любит эту прикормку. Собирается прям толпой. Потом от нее отбоя просто нет. Сейчас будем смотреть в камеру, что там будет происходить. Вот так вот. Вот уже кусок прикормки лежит на дне. В общем, переехал я на другое место. Там рыбы вообще не видать. Закормил, посидел, подождал, тишина. Вот сейчас перешел где-то от берега, еще ушел метров 200. Вот здесь начала появляться рыбешка. Не крупная, правда, но по крайней мере она здесь есть. Сейчас поклевывала так чуток. Я уже сейчас пошел прогулялся на старое место. Думаю, там закормил, может быть, туда рыба сошлась уже. Посмотрел, нет там рыбы. Вернулся сюда и вот здесь только обнаружил, что он уже плавает, нет-нет. Приходится закармливать. Без прикорма никак они не идут. И поклевки слабенькие такие. Но рыба не крупная. Все-таки, наверное, разницы нет. Где рыбачить, ближе к берегу, дальше, там в заливе, где я раньше рыбачил. Просто к вечеру подходит крупняк обычно. А вот огнем вот такая вот мелочевка, она вот вездесущая. Будет, конечно, клевать, он плавает. Но особо она не попадается на крючок, потому что заглотить не может. Сейчас посмотрим, в общем, как будет. Может быть, к вечеру крупняк и подтянется. О, там что-то покрупнее уже проплыло. Ну-ка. Присутствует течение. Вода не такая уж прозрачная, довольно мутная. Там, где до этого ловил я. Да, ну вон она мелкая плавает. Вот она. Там, где до этого ловил, вода прям прозрачная. Метров на 5 видно в камеру дно. Вот она вот к этой облачке подошла. Ну, блин, мимо. Слышите, как лед хрустит, трескается. В общем, сейчас будет видно, кто здесь будет клевать. О, вот опять к этой удочке подошла. Эх. Пробует и уходит. Не пытается заглотить. К одну рыбешку. Вот, как я и говорю, не крупные. Ну, вот, кстати, вот крупная прошла сейчас там в камере. А в основном вот такой вот размер ходит. Вот такая мелкая рыба, она стоит в пол воды, и когда начинаешь прикармливать, она вот вместе с прикормкой ко дну опускается. И тогда вот она начинает здесь в камере туда-сюда. А пока не прикормишь, ее здесь нет. Это более-менее крупная рыба, она по дну ходит. Но, видимо, пока что она сюда не подошла. Либо я не то место выбрал. Сбежалась толпа вообще мелкой. Она не дергает. Но смысла нет. И вот не знаю, где искать крупняк. Я уже был в нескольких местах, пробовал ловить. На заливе был, в общем, там вот такая же история. После прикорма, вон, что творит она с этими опарышами. И не подсечешь-то. В общем, был на заливе. Там тоже после закорма вот такая же мелочь собиралась, начинала дербанить. Весь день вот так прошел, ждал ночи, пока подойдет крупняк.
к ночи подошел крупняк, как я и ожидал, но не клевал вообще. Вот он просто плавает туда-сюда. Обычно он со дна собирает прикормку, там кормится. В тот раз он вообще никак не реагировал. Просто плавал и все мимо туда-сюда. Не знаю, почему так получилось. Но вот ни один крупняк так и не клюнул. Вот таких же ловил мелких. Чуть покрупнее одну поймал, и все за весь день. Даже не стал на ночь оставаться, потому что понял, что это бесполезно. Посмотрим, что сегодня будет к вечеру. Крупняк подойдет, я 100% уверен. Лишь бы он клевал, вот в чем дело. А сейчас пока он мелочи полно. Да, какая же большая глубина. Ну вот, более-менее. По крайней мере, не малек. На эту уже клюет. Вот они толпами подходят. Клюет, клюет, клюет бешено. На обе удочки. Потом раз, тишина. Стайка ходит кругом. Здесь не успел отпустить. Уже поклевка и здесь. Так, надо глянуть, что там происходит. О, сколько ее там. Ой-ой-ой, сколько. Ничего себе. Вся толпа собралась. Течение сменилось, видать. Не вижу свою мормышку в камеру. Снесло ее куда-то. Ой, сколько, смотри, а вот мормышку ест как раз. Опа, есть. На камеру клюнула. Хотел кофе попить. Только собрался. И начался бешеный клев. О, камеру зацепил. Отлично, блин. И рыба ушла. Ну вот так вот. Вот так нет-нет подыгрываешь. Он не реагирует. Особенно самая мелочь. Слышите? А ведь я пришел вообще в место, где вообще никого. О, какая крупная была сейчас на камеру. Ничего себе. Вообще никого не было специально. Думаю, уединюсь, где людей нет, разговоров, вот этих смеха постоянного. Кто-то там музыку слушает, еще что-то. Но нифига. Народ меня сам нашел. По большому счету-то разницы нет, где ловить там. 100-200 метров. Рыба везде есть. Просто она ходит вот так стайками. Вот сейчас вы видели поклевку рыбы. Посмотрите, какого она размера. И вот 90% рыбы здесь вот такого размера. Вот она и клюет так без остановки. В камере она вроде бы выглядит крупной. Более-менее. Вот посмотрите, какого размера мормышка. Вот такая вот мелкая. А потом посмотрите, какая рыба по сравнению с ней в камере. О, как дергает хорошо. Нет-нет, подходит. И крупничок, конечно. Довольно не мелкие такие.
Но они неохотно тоже дергают. Ничего, думаю, к вечеру все-таки подтянется крупничок на прикорм. Половим нормальную рыбку. Сейчас выйду на улицу, покажу вам, как я здесь из полного одиночки толпой оброс. Смотрите, теперь сюда. Прикиньте, да? Ведь я здесь один был. Никого не было в округе. А теперь вот люди даже с берега все уже сюда направляются. Бывает же так. Опять за камеру запуталась. Ну. Блин, да что ж так не прет мне с этой камерой? Раньше никогда не цеплялась. То, покрупнее поймал. Ну вот, эта рыба так, и вот она там. Вот так она выглядит. Но правда нет-нет, в камеру прям очень огромные вылетают. Такое тоже бывает. Даже уже страшно на улицу выходить, что там творится. Народ все прибывает и прибывает. И вот с берега кто смотрит. И все идут в толпу, где толпа сидит. А ведь никто ничего не ловит толком. Вот так же, как я. Вот такая мелочь клюет у всех. Ничего другого здесь нет. В принципе, здесь километр вправо, километр влево. Везде одна и та же история. Но, вот видите, люди именно идут в толпу. Хотя им говорят... Не собираться, не толпиться. Ну, вы знаете, да? И как будто вы специально на льду, на такой огромной акватории, именно вот им надо собраться в толпу, сесть и галдеть здесь. Вообще не понимаю. Ну, ничего с этим не поделаешь. Я говорю, был бы день подлиннее, можно было бы, конечно, куда-то в другое место просто уйти. Перебуриться, но день короткий, так что времени на это особо уже нет. Ничего, в следующий раз я поеду в место, где вообще никого нет. Вот прям вообще никого. Посмотрим, туда тоже может толпа набежит такая же. Ну, сейчас подошла более-менее такая, я прям видел на камеру. Вот она не стала там дербанить. Просто схватила сразу и все. Ну вот, самая крупная на сегодня. Вот такой экземпляр. Все забирают такую здесь. Я не знаю, что с ней делать. Мне так точно такая не нужна.
Вы слышите, как на базаре нахожусь. Да, реально. Галдеж просто без остановки. Вообще просто нереально. Слышите, да? И это фиг знает, от берега как далеко ушел. Встал где-то там вдалеке один. Блин. Ну вот крупная ходила. Не клюет, в общем, рыба. Плавать плавает, клевать не хочет. Так, в общем, не переключайтесь. Сейчас мы перенесемся уже в другое место на рыбалку. Смотрите, какой толпняк. То, что я утром приехал, здесь еще одна машина была. И что теперь здесь творится? Но это не весь народ. Большинство народа это местные, которые вообще туда идут пешком. Вот сейчас, в принципе, самое время рыбачить на закате. Но я уже не выдержал такой рыбалки. Галдеж, ха-ха, хи-хи. Как на базаре, в общем, там разговоры, смех. Люди с семьями, с детьми. Когда приехал, такое было офигенное настроение. Думал, сейчас порыбачу в тишине. Толпа стояла вообще где-то далеко. Думаю, вообще в отшиве стану где-нибудь, куда никто не придет. Меня по итогу вообще обурили. Еще мужик один. Тоже, смотрю, ушел. Один стал там вообще в одиночку. Вообще далеко. И его тоже всего обурили. Тоже пошел с одной палаткой там встал. Ну, вот такая вот тема. Не думал, что здесь такое возможно. Поэтому как бы сюда я уже больше не приеду. Это точно. С меня хватает. Ну что, новый день. Посидел денек дома. Передохнул от рыбалки, от прошлой. Приехал, в общем, вообще, где никого нет, сюда вообще никто не заезжает, ничего. Что вообще рядом никого не было. Машины ставят люди в другом месте. Рыбачат люди в другом месте. Я пойду вообще на лед, где вообще никто никогда не рыбачит. Там лунок, ничего нет. Все, буду пробовать вообще в таком месте рыбачить, где никто не рыбачит. В общем, настрой есть. Посмотрим, как сегодня будет рыбалка. Поехали. Ну, вот здесь, наверное, еще можно было на машине ехать. Но я что-то не решился. Здесь что-то песок. Песок везде. А местами лед. Непонятно, в общем. Ну, люди пофиг, и на лед ездят на машине. Я чуть не решаюсь. Ну да, вот здесь еще песок, видимо, идет. Сюда можно было на машине еще проехать. Ну да ладно. Встал на твердом острове. Нормально. Сейчас пойду искать глубину 4 метра. Ну это так минимум. 3,5-4 метра. Для рыбалки. Именно в таких местах вобла ходит. Посмотрим. Все-таки ушел довольно далеко от машины. Вот здесь нашел примерно 4 метра, чуть меньше. Сейчас опустил камеру. Увидел, что вобла ходит крупная. Надеюсь, она отсюда не уйдет, когда я начну рыбачить. Все, смотрите, кругом никого. Вот. Надеюсь, сегодня никто не придет. Меня здесь не обурит со всех сторон. Удастся в одиночку посидеть здесь, порыбачить. Все, вобла есть. Увидел, так что не надо никуда идти там. Как люди ходят куда-то на косу там. По 3 километра от берега. Вообще не вижу в этом смысла. Буду рыбачить я здесь. Дно хорошее, ровное, песчаное. Все как положено. В общем, сейчас поставлю палатку. Все приготовлю и начнем рыбачить.
Вот сейчас видели, какая вобла прошла, огромная. Вот это я понимаю размерчик. Но они такие пока одиночные. Надо, чтобы стайка подошла. Пока не буду все-таки кормить, воздержусь. Боюсь, что опять мелочь налетит. Уже слышу, где-то сани катятся. Сейчас, по-моему, начнется. Увидели одиночную палатку. Там уже кто-то двигается в мою сторону. Надеюсь, что этого не случится. Прикиньте, какой-то тип подошел к машине там. Прикиньте, прикол. Вот это да. И что делать? В общем, я вышел, хотел уже пойти к машине. Но он вроде бы ушел. Короче, стоит одна машина, вообще никого нигде рядом. Подходит тип и начинает там мне во все окна заглядывать. Я вообще в шоке, блин. Как это устроено? Вроде бы ушел. Может быть, захочет вернуться позже. Надо смотреть. Ой, блин. Никуда, в общем, не деться от людей. Не уединиться, ничего такого. Только закинул чуть прикормки и понеслось. Но это не крупняк, опять-таки. Вот откуда они появляются? Только что ни одной не было. Во, крупная, давай. Давай, втягивай. Ну. Мимо, блин. Сейчас я ей верну. Вот эта крупная сейчас клевала. О, давай. Ну, вот они крупные плавают. Вот это рыбеха. О, здесь поклевка. Здесь поклевка. Опа, во. Вот теперь чувствуется рыба. О, более-менее. Ну, конечно, это не тот размер, все равно. Но уже приятненько. Уже нормально. Так, ну-ка давай. О, какая огромная, смотрите. Еще одна. Давай, всасывай. Вот она берет за опарыша. А крючок сам не втягивает. Эй, мелочь набежала. Ну-ка идите отсюда. Вот она крупная, давай. Блин. Да, ходят особи. Блин, клюет. Не видно? Вот мгновенно реакция. Только закинул прикорма чуть-чуть. И понеслось. Сразу откуда ни возьмись. Толпа появилась. Первыми появился крупняк, а теперь и мелочь подтянулась. Ну вот она клюет, а толку нифига нет, блин. Ну здесь хоть не как на прошлой рыбалке совсем, там мелочь. Здесь хоть такие ходят. А вот и мелочь появилась. От нее никуда не денешься, я так понял. Придется терпеть и ждать, пока большие будут подходить. Но здесь крупняка, конечно, намного больше. Вон они ходят. Что там? Машину никто не вскрывает. О, какая. Ничего себе, смотрите, подлещик плавает. Ого. Вот лещика я точно не ожидал увидеть. Смотрите, вот еще один. Вон он такой, более-менее подлещичек. Я думал, они только к весне сюда, ближе к берегу, подходят. Оказывается, вот среди воблы вон и лещички плавают. Ну, лещ-то должен нормально клевать.
Но он, правда, один. Нет, два я видел уже. Здесь я поставил кукурузу и положил на дно прям. А здесь опарыш. Ситуация примерно одинаковая, 50 на 50. То там поддернет, то там. Ну, подлещик, это интересно. А вот ближе к весне крупная вобла и лещ тоже будут заходить вот сюда, вот, вот в эти вот заводи. И там можно будет их уже ловить. Поинтереснее будет рыбалка. Сейчас, видимо, еще рановато. Крупняк, наверное, дальше где-то от берега, где поглубже. Ну, хотя вот на прошлой рыбалке я стоял, там было 6 метров. Здесь даже 4 нет. И ситуация вот та же самая по рыбе. Один в один. Не знаю, с чем это связано. Пока я еще не попал на ту рыбалку, на какую хочу. Ну, возможно, сегодня она и будет. Кто знает. О, еще лещок. Ха, ничего себе. Сейчас одно время, короче, вот так все муть. Там в камере вижу. Понять не могу. Я думал, судак подошел, расшугал. А потом смотрю, крупная прям вобла. Штук 10 вот так вот из мути выплывают. Ну... поклевок-то не случилось, что толку. Вот он подошел, крупняк, прям много, но он клевать не хочет почему-то. Вот все-таки у них стайки по размерам имеются. Сейчас вот именно крупная подошла. До этого прямо такой стайной и крупной не было. Но опять-таки толку нет. Клевать-то она не хочет. О, какие круглые там плавают. Верзилы. Ну вот как так? Почему не клюет? Ведь дождался я крупняка. Ну. Да, нет-нет, прям очень огромные проплывают. Прям вот очень. Опа, кого-то поймал. Но это кто-то не очень крупный. Нет, вот это на сегодня самый крупняк. Но это все равно мелкое. Для меня это мелкое. Ну куда такую? Завялить ее. Ну тоже как бы. Что там в ней есть? Одни кости. Вот таких вот штук 20, говорю. Которые вот сейчас там появлялись на виду, и мне бы хватило, больше мне и не надо. Ох ты, ничего себе, смотрите, какой огромный. Нифига себе, просто нереальные. Я уже и кукурузу пробовал ставить. И что только не пробовал ставить. Ни на что вообще. Ничего себе там плавают. Ну-ка давай. Сижу здесь, ору в палатке. Сейчас кто-нибудь услышит. Толпа, ура! Сюда вся. Ну, вроде бы хоть что-то поклевывать начало. Вот это да, там плавают особи.
Но это не крупное. Да что такое? Почему вот эти не берут крупняк, блин? Что надо сделать? Надо было, наверное, червя купить. Ничего себе, вы видели, там как паровоз, вот так, как состав прошел в камере. Ничего себе, там что творится на дне. Действительно, это прикорм какие-то чудеса творит. Еще бы клев был бы именно крупняка. Но вот это покрупнее уже идет. Но опять-таки... О, не локомотив. О, какая уже укрупняется размерчик-то. По чуть-чуть. Правда, на две удочки неудобно, когда такой клев идет. Сейчас, возможно, одну придется убрать. О! Хорошая. Как хорошая. Пойдет. Уже такую интереснее ловить. Потому что она и клюет поинтересней. И тащить ее поинтересней. Но для завялки пока это еще не интересный вариант. О, вот это уже, я считаю, гигант. Вот такой вот экземпляр. Это уже интересней. Намного интересней. О, блин, да что ж за стандарт идет такой? Ну это уже хоть интересней. Клев, конечно, бешеный. Я уже ту удочку не проверяю. Там, наверное, опарыша нет.
Там и мормышка такая сама по себе, на которую может клюнуть. И без опарыша. Он клюет, в принципе. Вот здесь обновляю постоянно опарыша. Здесь вообще клев бешеный. На подъеме дергаешь, и уже 100% сидит вот такая мелочь там. Голодная. Поймал уже, наверное, с полсотни вот такой рыбехи. Вот такой и помельче. Как бы стандарт. Не снимаю просто. Берегу батарейку. В общем, жду, когда начнет клевать вообще крупняк. Наконец-то поймал воблу товарного вида. Наконец-то. Но ее мы тоже отпустим. Потому что вдруг она одинарным экземпляром такая здесь клюнула. Че, ее одну домой потащу? Нет, надо подождать, пока именно одна за одной такая. Он, кстати, на кукурузу, на огромную тоже там клюет. Когда одна за одной будут клевать, вот такие, чтобы они прям ловились, вот тогда можно и насобирать 20 штучек. Пока, конечно, клев бешеный. Тягаю просто без остановки. Если все снимать, то видео вы это будете смотреть целый день. Вот, кстати, видите, более-менее такие пошли стандартные, уже покрупнее. Уже даже опарыша не перенасаживаю. Там одни шкурки от них остались, но все равно клюет. В общем, я собрался, все, пойдем сейчас заводежку пробьем еще. И потом видно будет, что дальше делать. Вот сюда я приезжал осенью змееголова ловить. И вот здесь от основного, так сказать, моря отрезало вот эту часть. Здесь все травой заросшее вообще-то. Но кое-где есть такие более-менее глубокие места. И здесь рыба играла прям крупная. Много. Только вот не знаю, как здесь сейчас такое место найти.
Не знаю, не пересохло ли здесь вообще. Хочу глянуть, в общем, сейчас забурюсь здесь. Камеру опущу, гляну, если там нормальное дно попаду, то прикормлю. Посмотрю, может, кто приплывет. Там дальше мелко, поэтому туда не стоит. Вот здесь вот есть глубина более-менее. Осталось только вспомнить, где здесь участки с открытой водой есть. Что практически все здесь заросшее было. Вот здесь вот что ли где-то были такие участки открытой воды, где рыбы прям полно было. Она была просто в западне. В общем, просверлил еще одну лунку. Сейчас сюда всю оставшуюся прикормку высыпал. Посмотрю, появится кто-нибудь, нет. Вот она, видите, вобла плавает. Одна. Пришла на прикорм. Надо же. Вот когда они чувствуют на таком большом расстоянии запах этот. Ничего себе. Вот она одна появилась. А еще будут, нет? Я уже думал, что здесь и рыбы-то не увижу. Интересно. Наверное, здесь такого количества не будет, чтобы ее прям ловить. Ну все, в общем, кроме пары мелких воблочек, рыбы я здесь больше так и не увидел. Поеду тогда домой. Больше здесь искать негде. Сюда рыба будет заходить только весной, когда поднимется вода на уровень выше. Вот здесь где-то в этих кушарах шакалы живут толпой. Вот они ночью начинают выть здесь, как стемнеет. Все, поеду домой. Спасибо, что досмотрели. Следующий выезд, скорее всего, поедем ловить жереха на речку. Если вот такая погода продолжится, обалденная, то обязательно чухнем. В общем, все увидите на канале. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Скоро на канале будет новый видос с новой рыбалки. Все, а я домой.